Детский сад «Брусничка» принимает гостей – поваров дошкольных учреждений города. Для них прошел мастер-класс по совершенствованию и дополнению детского меню. Его провели представители дошкольных учреждений «Русалочка» и «Брусничка». Коллеги слаженно работали друг с другом и обменивались наработками. С начала года введено новое меню, которое разработано для категории детей различных и по сезонам. У нас с 1 марта вводится весенний и летний период. Заменены, допустим, капуста белокочанная заменена на капусту пекинскую. Добавлено больше свежих овощей. На мастер-классе особое внимание было уделено новым блюдам. Одно из них – говядина, тушеная с черносливом. Его рецептом поделилась шеф-повар детского сада «Русалочка» Таисия Гульчак. Мы делились опытом с другими поварами из других детских садов, потому что в меню также у других детских садов это блюдо присутствует. И мы просто делились опытом по технологии приготовления, где мы все посмотрели, набрались опыта немножечко друг у друга. Поделилась опытом со своими коллегами и повар детского сада «Брусничка» и победитель городского конкурса «Вкус знакомый с детства» Ирина Шевченко. Она рассказала о приготовлении коржика молочного. Мастер-класс у нас сегодня был молочный коржик, который вот у нас в меню появился новый. Мы его вот разрабатывали, прорабатывали. Сегодня показали мастер-класс, как его правильно нужно делать, чтобы он был вкусный. Меню в детских садах обновляется несколько раз в год. Учитывается возраст детей, разнообразие продуктов, суточная калорийность пищи и другие аспекты. Основная задача – приучить детей к правильному питанию, ведь от этого напрямую зависит здоровье подрастающего поколения. Елена Новиченко, Денис Гимп, новости Губкинского.